все, поплыли, поплыли. Анимация. Да. 34-й хорошо. Ей нравится, смотрите. И чё? И всегда пока. Доброе утро. Доброе утро. Всем привет. Ксюня опять мучается со своим насморком, с аллергией. Почему-то я думала, что у тебя на спад все пойдет. Сейчас же уже все, как бы уже цвело почти все. Что-то вдруг она опять он у нее. Нос закладывает, чихает, ходит. Носик закапай. Глаза не чешутся? Никогда. Да? Так, мы сейчас будем завтракать. Маргарита загорает, что ли? Ты хотя бы шорты бы надела. Мы вчера позагорали, у нас так все покраснело. Не болит? И почему они всегда идут на они? Потому что там это мороженое было. Водичкой давай, открывай этот шланг и водичкой поливай. Вчера кушали мороженое, оставили там. Видимо, где-то капнули. Они же на сладкое сразу бегут. Поливай. По низу лучше поливай, чтобы не брызгалось так. Да, вот так. А что, тебе не надо помыть? Не, не надо. Там тебя за эти муравьи. Поэтому не нужно здесь ничего кушать. Лучше ничего не кушать в саду. Помощники. Буду опять панкейки делать. Наверное, у нас каждый влог и каждый раз панкейки жарим. То ладушки, то панкейки. Нету ничего? Ну что ж такое-то? Почту ждем, одну посылочку никак не придет. Не, ну я жду одну очень-очень важную, которая должна прийти до твоего дня рождения. Если она не придет, то это будет нехорошо. Ты думаешь, что я сейчас должна заправить мою постель? Я не хочу. Ну, нужно. Ладно. А мы мурашков прогнали. Они уже хотели к нам домой зайти. Водичкой пополивали и все. И нет мурашиков. Да? Бонюсь. Бонь. Она жучков сейчас будет ловить, убирай ее. Она любит вот этих жучков, которые выползают отсюда. Когда мы водой поливаем, сразу жучки раз и выползли. Загорать не будешь сегодня? Да, сзади. Вот. На спине? Нужно вот эту постелить и лечь. Вон туда на травку лечь, потому что там неудобно будет на животе лежать. Ой, я сегодня не могла спать, ничего. У тебя болело? Вообще-то сейчас лучше не загорать, потому что сейчас обед, сейчас солнышко очень сильное. Когда я это мылась, у меня горячая водичка все там попала. В общем, я гелем вот так вот. Ну, потому что Маргарита вчера загорала именно в то время, в обед, да? В час, в два часа. Да, где-то в час, в два она загорала, и солнышко как раз было такое. Сейчас еще облачно, у нас не так печет. Но вчера она прям лежала именно в такое время, когда солнце прям вообще печет очень сильно, и поэтому она загорела. Сгорела, можно так сказать. Скучно? Угу. Скоро в школу? Девчонкам сказали в школу 13 мая, да? 13 или уже 11? 13. 13? Да. Почему именно 13, если 11 это понедельник? Не знаю. Ну, в общем, все, девчонки идут в школу. Мне не очень хотелось.
Я вообще привыкла, что они всегда дома. Мне даже нравится, когда они дома. Вот, но школа, школа, школа. И нам осталось учиться где-то 2 месяца, да? Ровно 2 месяца девчонкам надо учиться, и вот летние каникулы. 2 месяца. Погнали. Светятся они? Ну все уже, что ли? Чуть-чуть смотри. Все, надолго не хватает, да? На один день хватает, что ли? Да. Ну, жалко. Вчера так хорошо горели, а сегодня все уже. Такую вот купили целую упаковку, 100 штук. Светящиеся палочки. И девчонки снимали видео в лайки. А где вот эта фигурка, которую ты делала, круглая? А, вон она. Но она светится? Вот Ксюша делала такую фигурку. Ой, тут одна вылезла. Ну, может, на камере вам видно? В общем, слабовато. Все, они уже. Видишь? Жалко, их хватает ненадолго. Вчера вечером мы их сделали, вот так вот поломали. Вчера они хорошо горели, прям ярко-ярко. Сегодня уже все. Зачем так много воды налили? Я ее много, наверное. Много? Она же до пола не достанет, я Ксюша. Я выключила, потом подошла я в комнату. Это сильно много. Это много ей? Да. Как она здесь может утонуть? Ой, я боюсь. Не могу я снять, не знаю где. Поплыли опять? Да. Плыли, плыли. Она не тонет из-за шерсти. Видишь, плывет. А там водит. А водит. Из-за шерсти не тонет. Все, поплыли, поплыли. Пони. Все, не надо кормить. Пони! Может, она тяжелая становится? Молодец! Бонни занимается плаванием. Молодец! Где хана? Мне нравится. Все, Бонни! Давай, сильно не поднимай ее, чтобы она вставала. Бонни! Карина, Бонни! Не надо. Смотри, сколько шерсти. Видишь, как она лезет. Вот это все твои рисунки? Вот вау. Это. Вау, вот это нет, круто. Вот это прям с тенью, да? Ага. Супер. 3D такое получилось. Угу. Крутяк. О, вот это башмаки классные. Вот это. Сейчас это будет превращение. Вау. Ну, надо меньше взять. Вот так. Да, вот так. И стирально. Прикольно. Ботики. Кеды. Яркие такие. Угу. Все. Это мне не очень нравится. Не, оно прикольно получилось. Смотри, как анимация. Ну да. А что свою страничку так не сделала? Не знаю. Нет, классно получилась анимация. Вот эти тоже классные. Вот эти. Все, мамуль. Все? Каролина! Каролина, дай, мы готовим. Так, мы делаем вкусняшку, пока нет папы, потому что папа будет ругаться, если мы такое приготовим, когда он дома. Он у нас на диете, поэтому нам нужно быстро приготовить и съесть, пока его нет. Большая. Мы будем делать чуррос, испанские сладости. Нам нужен кондитерский пакетик. Вот. Да, вот он. Да, нам нужна сковородка, включить... Масло, чтобы согрелось. Ну, у нас мамочка нагрелась. Только маленькая. Ну, нормально. Что, они тонкие сильно будут? Да. Нужно большие. Вот, а, нет. Нет, она закручиваться должна вот этой штукой еще какой-то. Ты что, не соображаешь, что ли? Нет. Мама! Я никогда такого не делала. Что? Вяжи там. Давай, быстро. Мама, ты... Мам.
Давай быстрее. Я не знаю, как. Вот такую вкусняшку мы жарим. Чурок! Конечно, у нас тут авария произошла. У меня наш сломался этот. 7 сундуков. Шприц. Чтобы тесто выдавить. Теперь мы, в общем, стараемся, не знаю, разными путями. Вот такой вот штукой выдавливаю. Бони. Потом мы посыпем сахарной пудрой. И все, они, конечно, калорийные, но один раз можно себя побаловать. Болтает, и болтает, и болтает, и болтает. Без остановки. Но они все равно какие-то не такие, как мы кушали в ресторане. Ну, потому что они по-другому делают. Ну, потому что это наши. Все, давайте пробовать. Чурики. Вот это все сахарной девочка. Пудрой. Yeah. Это похож немного на хворост, только он мягче. Вкусно, да? Быстрее давайте, папа через полчаса приедет. Быстро надо съесть, чтобы папа еще не пришел домой. В ресторане. Okay. Давайте, давай. Они так не перепрыгнут. Не, Маргарита, не ты либо наверх, либо вниз. Ну, сейчас... Я не могу. Убежала. Ну, мы ее подождем сейчас. Слушай, она какая? На всех она брызгает, а ее нельзя брызгать. Она думает, я ее... Ты сюда иди. Давай сюда иди. Подожди. Там Джина. Не надо помочку, пожалуйста. Не нравится? Нет, я не выйду. Я боюсь. Если я выйду, я потом зайти не смогу, ты меня обольешь. Ладно, все. Это Уно? Ага. Скир. Меняет цвет, да? Прикольно. Мне вот этот нравится. Какой у тебя ты была, рисовала? Это ты тоже рисовала? А, ты просто закрасила? Пончик. Ты откусила? Папа начинает свою работу. Я вас? Я говорю, папа начинает свою работу. Мы съездили за продуктами, и папа сейчас будет все... Это тата приедет к нам завтра. Ура! То есть бабушка с дедушкой приедут, будем жарить гриль. Yes! Поэтому тата будет пивасик. За два месяца. Первый раз за два месяца завтра к нам приедет бабушка с дедушкой. Это какой размер? 34. Мы купили, Маргарите покупала 32, да, он оказался ей немножечко маловато, отдали. Ксюша. Да, поменялись с Ксюшей и, в общем, взяли 34. А Ксюшке 32 подошел, а немножко был маловат. 34 хорошо. Теперь в одинаковых штанах будете ходить. А где ваши одноклассники? Там, в школе. В школе? Давайте.
Только не... Ой, только не как вчера. Как? Я перевернулась что назад. Не как вчера? Не как вчера. Вы вчера после 9 пришли. Да. Вы в 9:20 вчера пришли. В 9:10. В 9:18. Уже. Мы посмотрели время, и потом было 9:10. Да? Да. Только недолго. До скольки? Ну, до 9, не позже. Как стемнеет, как темнеть будет? Все, ушли девчонки. Кататься на скейтбордах. Только здесь. Сейчас я буду снимать видео в ТикТок. Ой, в лайк. Мне свет надо включить. Вот тут? Вот тут? Давай тебе хвост сделаю. Нормальный. Давай, давай, давай. О май год. Ты меня испугала. Ты что, ты Бонни тут? Ты с Бонни сниматься будешь, что ли? Она моя подставка, про него понимаешь? Нет, не понимаешь. Бонни, тебя не выпускают, да, на волю? А? Да? Это просто? Да. Ей нравится, смотри, как. Куда? Поплыла, поплыла. Сюда. Не знаю, куда. Смотри, ты, мы вот так делаем. Потом, если кто-то возьмет, то должна вот так сделать. Постукнуть. Да, а не вот так. И что? И всегда вот так. Пока не поднимать. Хоп. Хоп. Йо. Не ту. Не ту. Не ту. Не ту. Ой, махай. Ай, ай, машинку нормально поставь. Нет, она так уедет. Она уедет от вас, да? Нет, надо что-нибудь такое. Нет, телефон тяжелый, большой. Надо что-нибудь какое-нибудь это. А, стаканчик. Ой, он же снятку будет. Да, давай что-нибудь. Нет, поменьше фишечку вот эту какую-нибудь. Фишечку? Да, фишечку. Фишечку. Миша! И Маша! Я-то думала, они спят. А они не спят. Тихонечко сидят. Давайте, ребята, всем пока. И мы спать идем. Пока. Пока. Всем спокойной ночи. Давайте. По комнатам расходимся. Sorry. Еще что? Все, зубки чистили? Давайте. Все, пока. Бонечка сидит там, ждет тебя, смотри. Ну, Бонечка. Не спишь ты, да? Ждешь свою хозяйку? Ждешь хозяйку, да? Молодец. Молодец, собака. Все.